На заброшенных дачах, весь в клещах, непонятно. Глаза не видят, полностью закрытые, все в гное. Пока не знаю, мальчик это или девочка, срочно везем в клинику. Девочка, шарпей, приблизительно 2-3 года. Глаз нет вообще, провалы вместо глаз. Все сгнило внутри. Пироплазмоз пока не показывает, но клещей с нее сняли много. Не успели показать, сколько на ней было клещей. Ребенок очень истощен. Thank you.